В Якутске почтили память жертв политических репрессий. Дату в России отмечают ежегодно 30 октября. В столице республики прошла церемония возложения цветов к памятнику Платона Аюнского. Участники отметили, что пик политического террора в Советском Союзе пришелся на 1937-1938 года. На протяжении 20 предвоенных лет преследованию подвергались представители интеллигенции, деятели науки и культуры, рабочие, военные, крестьяне, представители религиозных конфессий. От имени жертв политических репрессий выступил Виктор Петров. Он отметил, преследования отняли жизни многих тысяч якутян, еще стольким же сломали навсегда жизнь и судьбу. Об этих страшных страницах истории не должны забывать ни подрастающее поколение, ни молодежь.